Всем привет, ребят. Бегаю такой по аккаунтам, думаю, блин, кого бы это девственности сегодня решить. И вспоминаю, у нас тут есть одна нубяха, которая там кое-что обещала. Не буду говорить, что. Вы это, может, увидите, а может и нет. И решил все-таки лишить девственности ее тыковку. И сейчас мы это сделаем, пока она не видит. Так. Мы забрали вот такой вот пак. Отличный пак. Бог войны. Воодушевление. И сейчас быстренько лишим девственности тыковку. Где там тыковка? Третье воодушевление. Все отлично. Сейчас мы вставим ей сюда пятое и сделаем восьмым. Сменить. Окей. Окей. Так, а что на прокачку? Что-то есть? А на прокачку ничего нету, кулаков нету. Жизнь, боль. Вот это печалька. Вот это, ребята, печалька. Бездонатный аккаунт. Называется «Лишили девственности». Ну, лишили девственности тыковку. Поставили ей во вторую дырочку. Талантик. Использовать, окей. 10 тысяч. Так, что тут у нас интересное есть? Так. Войти. Тыковка. Так, она, да? Сделаем хотя бы семерочку. Я-то думал, девочки любят копить. Как видите, все как обычно. Транжирка. Улучшить, есть, отлично, улучшить навык, предметы, использовать, окей, надо десяточку будет добить, обязательно. Так, побежали, посмотрим, что там у нас события есть сегодня, у нас акция на трату. Подарки на День России, русская рулетка. Ну давайте зайдем посмотрим, что здесь такого интересного сегодня у нас есть. Как вы знаете, обнова на китайке. Постараюсь выбить нового героя. Возможно, выбью. Так, войти. Вот нубяха-то, ужас. А, вы уже сегодня заходили. Так, мне интересно. День России что дают? Что, у нас нету сегодня ничего на трату, только роллинг. А не, есть, открываем телочек. Так, а ну-ка, это с тортиком, дай что-то. 200 орденов, 200 самиков, 500 орденов, странные матрешки, только ордена дают и самики. Так, мифическая карта героя. С днем рождения России, 12 июня. Сегодня? Сегодня, что ли? Окей. Так, окей, забрать. Так, смотрим, что там у нас на складе. 201. Что мы там еще такого интересного получили? Бог войны у нас есть. Сейчас мы его тоже используем. Та-та-та-та. Нормально так. Бог войны, пятый сет, воодушевление. Просто супер. Я считаю, отличная, отличная акция. Стоит забирать, если тем более у вас нет воодушевления на тыковке, либо исцеления. Однозначно, да. Плюс руны получаете еще. Так, плюшек мы ее решили. Решили девственности, тыковку решили. Сейчас еще каких-то героев наролим. Не каких-то, а топовых, однозначно. Также Фрейю собрали осколками. Вот смотрите, сетик воодушевления пятый. Это вообще четенько. Для того же хранителя рунами вообще в кайф будет. Так. Что тут у нас еще? Воодушевление мы забрали. У нас есть еще бог войны. Давайте сразу его. Ой, блин. 10 рун таланта было. Ёб твою мать. Вот это я нубас. Ладно, похрен. Использовать.
Так, смотрим, что у нас тут еще есть интересное. Так, шестерка, пятерка, восьмерка, отлично, кубчик, отлично, минусик, отлично, 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 охрененно, охрененно. Так, ну сюда не надо, шапка, первый претендент у нас будет шапочка. Так, кто тут еще такой есть, варлок. Ну, хотя, в принципе, у него и подземки пройдены, думаю, возможно, варлоку поставим. А Дрейку нахрен не надо. Ведьма. Фрэнки. Афина. Блин, хрен его знает. Ладно, оставим на бляхе, пусть сама определяется, что ей нужнее. Еще не в ту дырочку пихну. Будет обижаться. Так, отлично. Ну что, поехали заниматься самым основным. Что я люблю делать на чужих аккаунтах, это тратить самоцветы по 450. Просто уже топчик обязательно, ребята, ставим лайки. 3 эктоплазма сразу падают. Это успех будет, однозначно. Так, рыцарь один, триант. Еще один рыцарь, друид. Ужас. Места нету на складе. Да что такое? Самики уходят, новые герои не приходят. Еще плюс 5. Ну давайте до 20, потом чем-то займемся полезным. Афина за 15к. Ну я думаю, отлично. За 15к Афина, которая ей особо там не нужна. Единственное, разве как повторка. Так. Как я так мог проморгать с тыковкой? Блин, обидно, 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 однако. Однако обидно. Ладно, этим мы потом займемся. А что у нас там сегодня? Если рыцаря карту Купидона. Вот Купидона неплохо было бы добить сразу. Арктику можно достать. Еще надо 11. Анубиса вообще было бы четенько получить. Ладно, поехали. 450. Ну, в такую акцию, если вы хотите взять Арктику, надо как минимум 50к, чтобы выбить, и то вам может не хватить набить этих слизней. Ну, как видите, не знаю, не нравится мне ролик. Паладин, охренеть, за 150 нам паладин. Ара. Ну да, что-то. Рину еще один. Ну, Рину у нее есть. Я больше радовался каким-то новым героям. Ну. Призрачный всадник. Ну, все печально, ребята. Самое главное, что мы сделали тыковку. Все остальное, по сути, херня полная. Фараон. Опять 3. Жесть. Ну, не знаю. Видите сами, что... В такие дни реально не прет. 35к мы только 7 студенных собрали. Ну, такое себе. Я бы не сказал, что это очень хорошо. Но все же лучше, чем было до этого. Так, делаем так. Так, использовать. Окей. Сливаем этих нубяк сюда. Сейчас мы попробуем. Сколько там у нас осталось? А, у нас есть какашки. Чё мы паримся, ёпта? Пока она не видит, можно гулять. Гулять так гулять. Пизделей будем потом получать. Так. Так, ещё надо на сороковочку. То бегают с этими тыквами, ничего сделать не могут. Ну, что-то я перемудрил, ладно. Все, тыковку мы сделали. Талантик она уже докачает, я надеюсь. Я надеюсь на это. Бога войны тоже влепит. Я надеюсь тоже кому-то... Ну, я на ее аккаунте бы либо шапку выбрал. Вариант шапка, как вариант на подземке. В принципе, неплохо будет. Также вариант
Дрейку можно поставить. Леди Лео, ну это если пятая ремка рунами будет, Афину можно свердить, либо Малыша Ника, даже если бегать минусом, тоже вариант неплохой будет. Ну, в общем, есть кому ставить. Что у нас тут? Тут с таких героев, ну Афина недостающая, Рину, в принципе, на повторку. Ну, неплохо, я считаю. Карта, опа, чик. Тесса, неплохо тоже. Тоже отлично, еще одна Тесса. Что у нас тут еще есть интересное? Пам-пам-пам-пам-пам. Еще одна шапочка. Еще, блин, обидно. Поспешил. Так бы тыковку докачали. Ну, ничего страшного, в принципе. Пару дней прокачает. Вот так вот, ребята, такой вот был мини-заходик на нуба аккаунт. Надеюсь, она злиться не будет за это. И ничего нам не сделает. Все, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки. И напишите коммент для Марии. Оставьте. Ну, всем удачи. Все ждем обнову, будем угорать. Снова обнову, с новыми талантами. Не талантами, а с новыми рунами, прокачкой. Будем смотреть, где эти камни достать, пока неизвестно. Думаю, они будут донатные. Все, всем пока.